До сих пор вопрос о народной медицине является спорным. Безусловно, существуют такие случаи, когда мы нуждаемся в современной медицине. Давайте узнаем у жителей города, что же выбирают они. Современную медицину или же народные средства? Я думаю, что в любом случае современную медицину стоит, так скажем, использовать. Современную. И почему? Потому что это более надежно и качественно, думаю. Ну, конечно, я обращаюсь к профессионалам. Ну, я бы, пожалуй, выбрал третий, наверное, вариант. А доверять своему собственному телу, которое, в принципе, способно само восстанавливаться. Но если как бы не помогает, то народная медицина. Я не знаю, я сторонник и того, и другого. Лекарства есть, что недопустимо и недоступно для нас. Народные средства. Да, народные. Если уже не помогают народные средства, там, неделю, если уже не помогает, если запущен уже, то, конечно, тогда идти в больницу. Врачи сейчас только наживаются на таблетках и на людях, и ничего дельного почти не дают. Народные, конечно, в 60 лет я выбираю. Народными средствами. Бабушка, ведьма.